какой-то веке заехали в магазин Аксиома. Тут Лариса решила саженцы посмотреть. Ну что? А что ты не снимаешь? Красиво же. Я снимаю. Всем привет, скажи еще раз. Привет всем от Kinder сюрпризов. Обалдеть! Сосна 2000. Это настоящая сосна? Ну конечно, она расти будет. Да. Такими зарплатами такие цены. Вот мне это удивляет. А вот рябина. Сколько стоит рябина? Не знаю. Бесценно. Да. Сосна кедровая. 4500. А что значит кедровая? Кедровые орешки на ней растут? А что, разве не на кедрах растут? Или она просто да, похожа? Одуванчик тоже рассада продается. Одуванчик. Дерн. Ну я не понимаю вообще, что за растения, они полудохлые какие-то. Например, вот это. Как можно вот это продавать? Оно же сухое все. Ну вот идет, видишь, отходит. Ну как отходит? Там и надо обрезку делать уже. Если будет обрезку делать, будет стоить в два раза дороже все. Теремок, теремок. Просто 350. Мне какую-то Ира дала вот типа такой. 350 рублей. Ну может кому-то надо. Не, надо, конечно. Вон та елка сколько стоит? Большая, смотри. Ну давай цену говори. 5, наверное. Ставим. 5. Я говорю 10. Так-так-так, елочки. Бесценно. Лариса, вот на этой ценника нет? Вот на этой. А вон там ценник 10 тысяч. Так, вот так обойду. Вот голубая. Посмотри. Не, подожди. Вот ель 10 тысяч рублей. Ель какая? Какая ель? Ну-ка, прочитай, Ларис. Так, а голубая у нас сколько такая стоит? Ну, тут они же разные. 4 тысячи. Ну, от горшка до горшка, короче. А вот побольше есть. 70 сантиметров. Вот, 12500, нормально. Берем вот эту. Сейчас мужик говорит, 9500. Не, пусть она здесь растет. И пошли дальше. Да. Вот 8000, смотри, какая высокая. Ты захотела за 5 купить. Все, спасибо. За обзор. За обзор елей. Вообще. Зайдем в магазин Аксиома.